Ежегодно в третье воскресенье июня российское здравоохранение отмечает День медицинского работника, посвятившего себя самому благородному и гуманному делу – сохранению жизни и здоровья людей. По этому случаю в районном доме культуры накануне своего профессионального праздника работники здравоохранения Калачевской центральной районной больницы принимали поздравления и награды. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, разрешите от лица Комитета здравоохранения Волгоградской области от себя лично поздравить вас с наступающим Днем медицинского работника, благодарить вас за вашу работу, за ваш самоотверженный труд, благодаря которому не один десяток, а то и сотня пациентов выписались из нашей больницы, получили профилактическое лечение. Отдельное спасибо я хочу сказать нашим уважаемым ветеранам за их труд, за их работу. Мы на них смотрим, равняемся, хотим быть такими же, как и они. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие и оказание медицинской помощи и в связи с празднованием Дня медицинского работника главный врач Центральной районной больницы Бесолов Виктор Олегович вручил ряду медработников почетные грамоты и благодарности. Уважаемые врачи, медицинские сестры и все работники здравоохранения, позвольте мне от лица Калачевского муниципального района и лично от себя поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Днем медицинского работника. Ваша профессия одна из самых сложных и многогранных, потому что мы доверяем вам самое ценное, что есть у нас, это жизнь и здоровье. Благодаря вашим профессиональным действиям, благодаря вашей слаженной работе, многие жители нашего Калачевского муниципального района получают квалифицированную помощь, возвращаются к нормальной жизни, радуются окружающим их людей. В этот день поздравления получали не только доктора, медсестры и лаборанты, но и санитары, сантехники, кладовщики, повара, все, кто имеет непосредственное отношение к лечебному процессу. Добрый день, уважаемые сотрудники, конечно же, ветераны системы здравоохранения. Сегодня в преддверии вашего профессионального праздника вам звучат самые лучшие, самые искренние и душевные поздравления. Именно вашим профессиональным рукам каждый из нас доверяет самое дорогое, то, что у нас есть, это жизнь и здоровье. Позвольте и мне присоединиться к этим самым теплым, самым искренним поздравлениям, от всей души пожелать вам счастья, здоровья и, конечно же, хорошего, радостного праздничного настроения. С праздником вас! Днем медицинского работника! В адрес собравшихся прозвучало много теплых слов, благодарностей и поздравлений. Лучших профессионалов отметили наградами различного уровня. Также в этот день чествовали ветеранов медицинской службы и благодарили за многолетний самоотверженный труд. Ветеранам были вручены благодарственные письма и подарки. В ходе торжественной церемонии поздравления с Днем медицинского работника также прозвучали от заместителя председателя районной думы Александра Николаевича Никонова, атамана станичного казачьего общества Вячеслава Эдуардовича Кузнецова, директора Центра социального обслуживания Эльвиры Николаевны Антоновой, которые вручили калачевским медикам многочисленные подарки, благодарственные письма и дипломы. Мастерство и профессионализм всех работников сферы здравоохранения служит самой гуманной и самой ответственной миссии – заботе о самом дорогом – жизни и здоровье. Общим подарком для всех присутствующих стал праздничный концерт, подготовленный коллективами и исполнителями города Калача-на-Дону.